Среди не столь большого количества живописных работ, связанных с Волгой, видно, Волги Барки выделяется мастерством и зрелостью своего художественного содержания. Предлагая Ребину ехать на Волгу и там писать исканные типы бурлаков, Васильев вряд ли сам предполагал писать картину о бурлаках. Он пейзажист. Волжская тема его увлекала в ее природных проявлениях. Но жизнь на волжских берегах рядом с Репиным, упорно писавшим этюды типы бурлаков, искавшим в эскизных набросках решения будущей картины, не оставила равнодушным и Васильева. В его альбомах наряду с пейзажами существует много зарисовок групп бурлаков, отдельных фигур, снастей. Особенно увлекся художник изображением парусов. Сама их форма таила нечто, связанное с его романтически настроенной душой. Репин и Васильев по-разному решили бурлацкую тему. Для Васильева это прежде всего пейзаж, в котором естественной жизнью живет человек. Социального напора, который есть у Репина, Васильев избегал. Его картина – поэма о красоте широкой реки, желтом прибрежном песке, на котором бурлаки разжигают костер и занимаются своим обычным делом – починкой сетей и парусов. Художника заинтересовали барки-расшивы, как называли их на Волге, с приспущенными парусами и высокими мачтами, ведущими взгляд к небу. Вот где Васильеву пригодились его многочисленные, точно наблюденные и любовно написанные этюды облаков. В картине им пропет своеобразный гимн широко раскинувшемуся небесному простору с разнообразными по форме и цвету облаками. Картина поразительна легкостью, свободой, с которой она исполнена. Живописные мазки, то прозрачные, едва касающиеся холста в изображении неба и воды, то тугие, фактурные, когда Васильев пишет шершавые доски барок и тяжелые паруса, передают бесконечное разнообразие и богатство воссоздаваемого им в картине мира природы. В этой картине все проще простого, писал серьезный музыкант и художественный критик Борис Асафьев. Новизна в музыкальном настроении, когда зримое в природе переходит в душевное состояние и скорее ощущается как слышимое внутри, чем видится. В этом и заключается лиризм новой живописной эпохи, предчувствуемый Васильевым. Лиризм давно уже достигнутый в музыке Шуберта.